Биджей Бляшкович представляет. Приветствую вас, геймеры, с вами снова Дмитро, и сегодня мы с вами продолжим играть в Dying Light, только уже не в кооперативе, как было вот в спецвыпуске минувшем, а снова синглплеер мы будем играться. Ой, иди в попу. Ух, запрыгнули, отлично. И сюда. Помните, тут нехороший дядя ходил. Подождите, это мне сейчас не надо, и это тоже. Сука, уйди. У меня сейчас FPS попроседает, как обычно. Так, этот не взрывается никак. Тут взрывающийся, потому что был, я помню. Что-то я совсем разбаловался после того, как в клубе поиграл. Ну, сука, еще за ногу мне цапал. На тебе, козел. Только меня при этом ранили. Так, вот этот взрывается у нас, да? Ну, чуть-чуть совсем забрал. Блять. Ладно, давайте я вот этим пока поорудую. Я надеюсь, вы не будете меня очень сильно ругать за то, что я буду некоторое время пользоваться тем, что мне дал мой друг в прошлой игре, которая на клубе была. Но зато я с ними сейчас как. Хо. Все, всех убили. Отлично. Так. Скушаю вот это. И вперед из песни. Запись вроде работает, правда. После этого гребаного обновления игра в винду не выходит. Приходится мне искусственно проверять. Так, ты еще... Отстань, отстань, отстань. О. Так. Ладно, давайте что-нибудь нормальное такое возьмем, что у меня есть. Не самое такое сильное, чтобы совсем уж имба не было. Чтобы только с мини-боссами, как я называю их, будем использовать топоры. И с большим скоплением. Вам использовать вот эти топоры большие, которые выпадали. Плюс еще мне много интересного выпало в копе тогда. Пистолет, автомат. Ой-ой! Бляха. Что я сделал? Что я... Вашу мать сделал? Все. Все хорошо. Я ничего не сделал, просто это случайность такая была. Не понял, что-то я от бомбардира получил. Ну-ка, подождите-ка. Хочу посмотреть. Почка бомбардира. Хм. Может пригодится для чего-нибудь. Прикольно так. У кого-то почку отобрал. Да, совсем нехороший я человек. Ой, здравствуйте. Еще один тут. Так, тоже давайте почку у него от нее. Нет? А жаль. Я бы с удовольствием. Так, тут ничего для лута нет, кроме ящика. Ничего. Ну хорошо, давайте. Трудный взлом, но... Ну вы помните, как я... в копе хорошо ломал. Да? Вообще... Ну там отмычек, наверное. Только на одном сундуке тяжело тупил. Кувалда и мешочек. Ну, кувалда пригодится еще. Давайте, что у нас хреновое такое по урону, будем менять наконец-то. У меня куча винтовок всяких теперь есть. Это клево, конечно, но... Надо потихонечку менять, так. Простая труба пока главный кандидат на то, чтобы
Убрать нафиг. Нет, теперь нож, главный кандидат. Пистолет, бита. Полицейская интрига. Давайте, короче, короткий, простой нож. Так. Пистолет спрячем. Вот, короткий, простой нож поменяю на кувалду. Клевая штука была. Я его в дополнительной миссии какой-то использовал. На досуге. Так. Все, значит, тут взломали. А тут... Тут ничего хорошего-то и нет. Alright, guys and ladies. Мы заходим внутрь. Так, что там будет, интересно. Я надеюсь, FPS сильно проседать не будет. Так, Джейд, я внутри. Так. Проверь классы, сохранение припасов. Тут, я не знаю, кто будет нас встречать, зомби или люди. Поэтому давайте я пока вот эту штучку возьму, понадежнее. Она. Так, полутаем. Тут. Почему в сумках ни черта нет? Они же эти... Сумки. В них должно быть вообще дофига всего, на мой взгляд. Так, какой-то контейнер, из которого ничего не вытащить. Мне надо найти антизин, да? Так, это зомбай. Который, надеюсь, не встанет. Вот этот... Вот эти ящики уже открывать должны, по сути, нет? Ну, ладно. Так. Ну, хоть... Так. Марля. Пригодится. Спасибочки. Так, тут ничего. Давайте откроем дверь, посмотрим. Никто тут не ходит. Так. Не, никого пока не вижу вообще. Газовая труба, но это фигня. Все. Так. Мы отсюда, походу, и пришли где-то, да? Давайте тогда тут походим. Посмотрим. Так, тут шкаф. Тут дверь не открыть. Шкаф, скорее всего, скриптовый. Может, что-нибудь интересное случится. А нам больше никуда-то идти. Так что давайте. Ладно. Подвинем шкаф. Смотрим, что тут хорошего. Так. О, гвозди. Еще. Сладости. Это нямка, к сожалению, которую мне, увы и ах, не обязательно совсем было есть. Потому что у меня пока все есть. О! Да. Школьники тут учились, как подобает школьникам. Так. Двери все заперты. Ничего не открыть. Ой, я... Мне вообще плевать. Я квест выполняю. Тут не будет никакой херни, надеюсь. Так. Школьный туалет. Что бы тут такого хорошего найти? А, батарейки. Ну. Нормально. Подождите, я мусорку еще не проверил. Чисто. Удивительно. Так. И тут тоже чисто. Удивительно. Просто удивительно. Так, мы тут еще не были. Да, вон игруха сохраняется. Тут открыть можно. Так, а тут дверь открывается, кстати. Ребятки, котятки. Давайте посмотрим, что тут можно достать. Может, это сейчас тут... Хотя, знаете, нам не туда, по сути.
смысле, вот это вот, вот эти вот двери. Так, что тут? Restricted area. Armed military personnel only. Только для персонала, говорят. А дверь закрыта была. Не надо было туда идти, ладно. Извиняюсь, ребятки. О! Что же такого хорошего можно найти в школьных шкафчиках? Так, ну, видимо, тут кто-то в булле переиграл, в отмычке. А, алкоголь. Бухали. Ну, я, в принципе, и не удивлен. Так, бичевка. Исторические детали. Все как в российских школах. Хотя действие это не в России. Совсем энергетический батончик я его сохраню на всякий случай. Жестянка мне пригодится для сбора того меча, который мы с вами профукали по моей тупости. Так, и тут больше ничего пока нет. Да? Вообще ничего такого хорошего. А нет. Это что, над учениками, что ли? Работы проводить. Профилактически клинок там валялся. Ладно. Хорошая школа, нечего сказать мне. Так. Ладно. Так, квиктайма нет. Вроде все, открыл чувак. Главное, чтобы нас не убили тут из-за того, что мы тут по ночам шляемся. Не входить, но антизин, походу, там. Давайте этот коридор еще почекаем. Тут нет ничего. Ничего нет. А вот там много трупов сложенных. Чё-то это напрягает меня. Очень сильно. Сейчас, если я, короче, такой пойду здесь, они еще... Сейчас еще зашевелятся. Потом вылезут и начнут меня хавать. У меня, конечно, топор есть, но... Кто знает, если вот тут до хера народу вылезет, и все они там, допустим, мини-боссы. Я же вообще охренею. Привет, друг. Так, ну вроде они с холодным оружием ходят, поэтому... Отстреливаться я пока не буду. У меня задача найти антизин. Сейчас, подождите. Олени какие-то идут. Ты падла. Сука. Сука. Ты посмотри, какой. Лавкач. Так, что у них тут? Они вообще говном каким-то вооружены были. Так, там антизин, школьный звонок сработал, да? То есть надо будет на вахту идти еще, наверное, чтобы его вырубить. Или это такая доп. Миссия, что ли? Так, ну тут дохрена всякого добра, но... Ну не знаю, что-то. Только вот этот шкафчик открылся. Жестянка и пусто. Не, зомби сюда не сбегутся, если тут дырок нет. Звонок где-то там, по-моему. Нет? Видимо, нет. Ну, давайте. Давайте шкафчик откроем. Тут что-то пусто. Так. Я, к сожалению... Точнее, к сожалению, наушник у меня... А, все, я отключил сигнализацию. Привет, друг. Меня поранили капельку, но у меня, к счастью, аптечки есть. Так, кувалда. Какая-то хрень всякая. Мне антизин вообще найти надо, и тут где-то показывалось. Полосочку где он найти. Видимо, его нет тут. Окей. Так, еще раз открою тут. А,
Я тут не открывал. Это так. Так, это что тут такое? Да скотина. Так, этого убили. Что он вообще легкий какой-то был. Этого сожрали. Зря я сюда только зашел. Ну, давайте сюда еще зайду. Бля, ну что тут? Не, а вроде никаких андроидов тут нет. Так что все хорошо. Я даже тут химикаты нашел, нет. Ни одного зомби. Так, там я не знаю что. Давайте тут дверь откроем, посмотрим. Так, ну это сюда же и ведет, да? Так, тут какой-то бандит ходит, а там ничего. Там ничего нет. Там ничего нет. Всё. Не ждал? Ну, с людьми, конечно, бороться слабым оружием это экстремально. Хорошо, когда тебе в кооперативе что-нибудь дают такое мощное. Но, напоминаю, вы можете собрать экспалибур вот этот. Или подобрать. Главное не пофукать его. И даже в сломанном виде он очень неплохо дамажит на них. Рубает там всякие ручки-ножки. Так что, такие дела. Антизин я так и не нашел, кстати. Видимо, тут только назевин есть, который нам нафиг не надо. У всех с носами хорошо. Тихо. Так, это зомбак. Давай, иди сюда. А, куда врезался? Двадцать пятьдесят девять. А чё он на время-то посмотрел? Мне это как-то неинтересно пока узнавать. Ой, здравствуйте. Давайте я чувство выживания включу, чтобы тут долго не морочиться. Так. Ой, сколько тут магли-то? Только смотрите, сколько магли-то отыскал. Так, дверь закрытая. Металлические детальки для отмычек. Для починки еще, конечно же. Куча всего хорошего тут найти можно. Оказывается. Так. Вот у топора у этого, который мне Румыч дал, у него один минус есть. Один, но довольно фатальный. Это то, что он довольно медленный. Так, меня тут вообще зажали. Если бы у меня фигово было бы. Так, еще один ренегат. Сучка. Иди нахер. Блин. Я так все аптечки просру, если они будут такие внезапные. Великолепный сюрикен. Так. Этого облутали, а вот этот таз мы не облутали еще, да? Так.
Интересными штуками они вооружены, но, к сожалению, после того, как у меня топор появился против людей, лучше оружие я найти не смогу, наверное. Так, надо посматривать иногда на вот это, на года, или как он там, потому что люди, они не спят. Они же заскриптованы, что они в любое время дня и ночи на этой миссии будут лезть ко мне. Хотя теоретически их сейчас еще больше будет, потому что тут место, как я понимаю, почти безопасное. Тут в основном люди-то и ходят. Там парочка зомбаков ожила, но это, наверное, издержки производства. Так, а тут шкафчик оказывается... Так. А тут все равно дверь закрытая. Нафига шкафчик-то двигать было? Так. Трупы всякие. Тут. Ну тут вообще ни черта нет. Почему тут вставляют открытым? Ну, в смысле, почему эта дверь не закрыта, я не знаю. Так, тут я был уже, да? Теперь давайте тогда включаю я чувство выживания. Ищу этот антизин. Вот он, родимый. А нет, не антизин это. Туалетная бумага какая-то, да? А помните... Итак, найдите ключ от подвала. Помните там... Где-то тут вот? Да, вот это вот ключи есть. Там какая-то штука просто валялась. Тихонько только. Главное... Главное тихонько. Вот он, наверное, подвал, да? Или нет? А вообще хер его. Ну-ка. Давайте как сделаем. Сейчас. Как чувство выживания это? Он там, ребятки, котятки. А, о! Вот так вот можно сделать. Я и не знал. Простите уж меня, пожалуйста, если... Если бы я сейчас натупил, было бы не круто. Ух, как! Красава. Еще один. Так, нам, скорее всего, туда топать, да? А вообще хер его куда идти? Тут пока не сказано ничего об этом. Ну давайте я ящики все облутаю, потому что важно это очень. Еще один. Так, этот человечек у нас был когда-то. Из вот этих, я так понимаю. Так, у меня топор уже ломаться начинает. И это нехорошо, мне не нравится. Так. Тут мы, походу, были уже, это мы вернулись, кажется, да? На место. Так, как в подвал попасть только? Посмотрим. А вот подвал, да, еще ниже. Ой-ой-ой. Сука. Взорвался. А то я уж думал, он будет за мной бесконечно бегать. Сейчас. Давайте тут сначала глянем. Еще подлечиться в идеале надо было бы. Давайте. Давайте паузу вообще сделаем, скушаем твикс. Завершать эпизод не буду, я вот что сделаю. Я скрафчу аптечки. Сколько? Сколько тут аптечек можно скрафтить?
Единственные вещи, которые я решу покупать в игре вообще, это аптечки. Так, алкоголя у меня дохренища есть. Я могу скрафтить 4 аптечки. Но не 4, конечно, больше. Но аптечки очень нужная вещь. Так. Все. Аптечек мы накрафтили с вами. Мама, не горюй. Так. Так, на экспалибур чего мне не хватает пока? Ну, ткани бегуна, понятно. Одну жестяночку и пластика. В общем, а так мы дофига всего уже нашли. В общем, это меня радует. И вкачать, ну, можно что-нибудь у меня, нет? Пока ничего. Жалко. Ну, вкачаем еще. Вкачаем. Помните, эти двери закрыты были? Вот ключи от них, да? Пришли мы, в общем. Правда, домой бежать придется быстро, иначе нас завалят. Этого в коопе, наверное, не было, но мы с кровососами нехило так бодались. Ой. Ты, блядь, откуда? Блин. Вы бы только видели, что это за херня случилась. Вообще не... Я их не слышал. В этом прикол. Откуда они взялись, блин? Скрипт опять, наверное, какой-то. Да по-любому. Так. Уж простите, но я буду с автоматом ходить теперь. Ради таких вот мальчиков. А еще лучше полечусь. Подождите. А куда он? Он куда делся-то? Стоять бояться. Это тушлепок тут где-то ходит, походу. Он не ушел никуда. Падла. Походу. Нет? Все, скрип пошел, да? Окей. Так, это Джейд у нас, да? Ломик. Ой, надеюсь, не вместо моего автомата он потом появится. Потому что до следующего коопа мне еще может быть очень долго. Что такое пластид? Ну, конечно. Вот, давай. Какой же главгерой все-таки ушлепок? Он не только двойной агент, но еще и тут это. Так, Рахим. А, это этот, он тут где-то. Его освободить еще надо. Ты иди в попу. Ах ты падла. Сука. Сдохни. Бляха. Сколько я на них буду тратить этих аптечек, а? Боже. Ой. Извините. Это я случайно. Так. О, перк сработал. Мой топорик так же крут, как и всегда. Теперь. Так, удержите F, покинуть школу. Держите F, искать. Да, наша задача покинуть школу, но я полутаю немножко, ладно? С вашего позволения.
Нифига нет. Ладно. Так. И они еще оттуда полезли. Не, мы тут уже были. Тут мы уже были. Так что. Так что можно отсюда с чистой совестью топать. Минус главный в том, что тут ночь сейчас. Надо что-нибудь полегче взять и убегать. Так, сейчас у нас что-то заскриптованное. Ты еще что за обдрещенный? Боже, что за бабуин? Так, это я контрольный ей сделал. Вернитесь в башню. Alright, guys and ladies. Так, с ним прыгать, что ли, нельзя? С моим топориком. Да, подождите тогда. Давайте я по мапе проверю, где мы вообще находимся. И куда мне топать? Топать сюда, да? В башню. Прыгайте с Джеффом. Так, безопасная зона. Вот безопасная зона, да. Здесь безопасная. Тут безопасная. Короче, у меня есть два варианта. Топать вот сюда, сюда и потом сюда и сюда. Или топать вот сюда, сюда, а потом сюда. Потому что без безопасных зон будет очень тяжеловато тут пройти. Ладно, ножками топ. А тут уже светает, ребятки. Все, уже светло. Все, тогда давайте. Давайте потопаем в башню и завершим, наверное, на этом эпизод пока. Сейчас я время посмотрю. Неплохо так поиграли-то. Иногда у меня, конечно, серии по часу растягиваются, но в идеале они где-то полчаса должны быть. Потому что у меня не очень хороший интернет, и полчаса записи более чем достаточно обычно. Для... всего хорошего. Так, FPS просела. Ну вы уж извиняйте, это издержки того, что мой комп эту игру по сути вообще тянуть не должен. Он по минимальным требованиям не подходит. Так, а это кто был вообще? Ой, ой, я понял, кто это был. Так, еще ребятки тут котятки, ну. Я могу их теперь в одиночку валить с этим топориком, пока он у меня не сломался. Но я, пожалуй, не буду этого делать. Так, интересно, что такое 28? Вот тут вот, где оружие, я не помню. Просто. Мне Ромыч как-то объяснял все эти шутки, прибаутки. Но я как-то не особенно забивался этим вопросом. И забыл уже, что и как. Так, подождите, тут какая-то миссия? Боец. Боец Раиса и что-то еще. Че это вы? Со мной побороться хотите? Томагавки. Скоты какие. Ну давай, панки хой. Один ушел, кстати. Я не понял, что это за мини-миссия такая. Ну там... не знаю. Не знаю, не знаю. Посмотрим потом. Может быть. Я на досуге прохожу побольше. Потому что я... так для себя играл только вот один раз в копе с Ромычем. Я снял часть нашего прохождения. И... что, где я еще играл сам? Сам я играл еще один раз ночью, несколько побочек выполнил. Я вам рассказывал о своих достижениях. Так, что мне кладовщик даст? Клевец мне не нужен, а вот это все пригодится. Спасибо. Так, клевец не нужен, спасибо.
Так. Вот это, я не знаю, кто я могу создать новый предмет, оказывается. Ну, это аптечка, наверное. Давайте скрафтим сразу. Чтобы потом не мучиться. Я могу супер кровопускателей делать целую кучу, но они мне пока не надо. Гонец. Тайга. А, так. Эти с Рахимом у гнезде. Так, он в лифте, да? Будет. Подождите, я в магаз схожу. Смотрю, что мне предложат. Так, это техник, да? А магаз он где-то здесь должен быть. Да, вот он, магаз. Так, медный нож мне предлагают. Вообще охренительная вещь, конечно. Аж 62 урона. Боже. Но он, может, не ломается. Вот в чем штука. А, нет, 5 ремонтов. 5 ремонтов. Нет. Значит, он ломается. Не надо мне, спасибо. А что я могу продать? Полуторник, тусторник, топор, винтовки. 5 винтовки, простой топорик, мясницкий нож, кувалда, крикетная бита, простая труба, снеговые метательные топоры. О боже, еще охренеть. Так, батонные водоросли, динамит у меня он есть еще. Оказывается, давайте простую трубу продам. Молот каменщика. Крикетную биту. Кувалду вот такую. Так, мясницкий нож. Не, нож нормальный, в принципе, топорик тоже ничего. Так. Что еще есть у меня? Улучшение оружия есть у меня, оказывается. Но это мне все нужное пока. Почки бомбардира. С чего эта почка 2 бакса стоит? Вот, вот не смешите меня. Мне кажется, что это... Вы меня разводите. Мешочек продам. Значит, 6 кофей. И сишки. Все. Все мы с вами напродавали. Паладин, джиггернаут, убийца, ядовитые лишайники. Бичевка. Так, все. Че, грустный такой? Так. Поехали, давайте побыстрее, потому что светло сейчас. По ночам у меня мало желания бегать, потому что большинство моего оружия, даже процентов 20 урона противнику, который за мной гнаться будет, нанести не сможет. Потому что мое оружие, оно слабое еще для этого. Вот этот топор хорош, но, он, но им замахиваться надо долго. Вот. Так, что это случилось? Потом говорят, что нормально будет. Что урон будет хороший и бла-бла-бла. Че это я не могу пройти-то дальше? Так, все. Все спокойно. Ты кто такой? Так, ты мне тоже что-то предлагаешь. Топор пожарный хороший он предлагает. Но мне это пока не надо. Так, резной молот. Тоже клевая вещь. Забойный нож. Но это, видимо, не по моему уровню пока. Да? Я еще пока только начинающий, типа. Обзавелся стволами только потому, что в копе играл в другом мире. Где пистолеты уже вещь обычная. Да и автоматы тоже. Теперь у меня столько винтовок, что я могу их в заднице жрать. Извиняюсь за выражение. Но я ими, в принципе, не особенно пользовался. Как вы видели. Я их буду экономить пока, чтобы совсем уж имба не было. А вот топорик, конечно, мне по нраву пришелся, наверное. Все же буду его чаще использовать пока. Так. А, наверх надо. Че, я затупил. Заболтался и затупил. Так, Рахим это вот этот, да? Да ищи. Я что-то забыл. Немножко. Саид. Саид Джа, блин. Как и из Лоста. Тоже со взрывчаткой, по-моему, нормально работал. Сейчас еще окажется, что тоже с кудряшками такой бородатый, брутальная арабушка, этот Саид. Это будет отсылочка к Лосту тогда.
А, кстати, давайте к доброму доктору еще сгоняем. А нет, он у доктора Лейна, его знаете, да? Отлично, отлично. Мне сказали, что почку для... То есть не почку, это плоть прыгуна для крафта можно у этого доктора Нигера взять. Кто на Моргана Фримена похож еще. Я когда-то говорил. Так, вот за это... На этаж выше, то есть ниже. Наверное, ниже на этаж, да? Вот. Тут, по-моему. А, нет, 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 нет. Вот. Вот здесь должен быть где-то. Не понял. Судите зря. Так. Не, я реально не понял, что это такое. А вот он, вот зря, да. Я что-то сгоряча подумал, что это не тут. Все, это тут. Здорово, Морган Фримен. Такие же волосы, блин, деловатые, нигерские. Так. Мне самому образец тканей нужен, вы знаете, кстати. Дедушка. Приманку. Свежий образец, поторопитесь. Давай, да, скажи. Кладовщик знает. Но мы к нему спустимся потом. Но это уже давайте в следующем эпизоде, потому что уже записи довольно долго мы ведем. Я же говорил, полчасика надо бы максимум. Так, это еще за нига. Так. Да, наверное, тут медикаменты не продают, хотя. Хотя стоит так, будто хочет продать мне что-то. Так. Ладно, значит. А, лифт. Лифт, лифт. Ладно, давайте вот как раз прямо у лифта. Стоя. Сейчас, блин. Че я туплю? Лифт же. Вон там лифт же. Вот, в следующем эпизоде мы займемся бегунами, с кладовщиком поболтаем душам и так далее. На этом пока давайте закруглимся. С вами был, как обычно, Дмитро. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу, ставьте пальцы вверх. Всего доброго, увидимся в продолжении прохождения. И помните, что все самое интересное это еще впереди. Thank you, guys!